Привет, девчонки! Хочу вас поздравить с 8 марта. Пожелаю, чтобы вы всегда оставались такими же красивыми, полными энергии, чтобы все ваши желания и мечты сбывались, потому что это очень важно. В честь этого праздника решила провести творческий конкурс на лучшую фэшн-иллюстрацию. Для этого я проводила уже подобный конкурс, и я поняла, что вам очень он понравился. Тем более сейчас во многих городах, в разных странах проходит неделя моды. И поэтому я выбрала три фотографии, которые мне понравились больше всего, с разных показов, разных дизайнеров. Вы можете выбрать любую понравившуюся вам фотографию и нарисовать по ней иллюстрацию. Если хотите, можете выбрать все три фотографии, так у вас будет больше шансов выиграть в этом конкурсе. Давайте немножко расскажу о самих условиях конкурса. Во-первых, нужно будет поделиться этим видео у себя на страничке ВКонтакте. Это обязательно. Во-вторых, выложить свой рисунок в мою группу ВКонтакте, в папку «Творческий конкурс номер 2». Ссылку на мою группу я оставлю в описании под видео, а также я продублирую еще в комментариях, чтобы вы знали, куда переходить. Если вы не сидите ВКонтакте, а предпочитаете Инстаграм, выкладывайте свою иллюстрацию в Инстаграм хэштегом «ShapelArt», чтобы я нашла, потом находила по этому хэштегу все ваши работы, и отмечайте мой Инстаграм на этой фотографии. Ну, собственно, по условиям все. Я даю 3 недели на выполнение этого задания. Это достаточно, чтобы разрисоваться, чтобы все желающие успели в нем поучаствовать. Победителей я объявлю 1 апреля. И давайте покажу немножко подарки, которые я вам приготовила. Будет 2 места, первое и второе. Человек, который займет 1 место, получит вот такую книгу-блокнот «Начни рисовать» от Эдвин Луц. Пошаговые техники для тех, кто хочет стать художником за 5 минут. Это необычный блокнот для рисования, а больше, скорее всего, вот как я сказала, блокнот книгам, потому что здесь показывается, как рисовать различные предметы, животных, человека и так далее. То есть правая сторона у нас абсолютно белая, на ней можно рисовать. А на левой стороне показаны различные схемы рисования, например, как нарисовать кота, как нарисовать кролика, кленовый лист, голову человека, чайник, лодку, лошадь и так далее. Тут очень много, как вы видите, различных схем. Это будет интересно тем, кто хочет научиться рисовать какие-то другие предметы, помимо тех, к которым он привык. Например, я рисую в основном людей, и в принципе у меня более-менее это получается, но, например, рисовать животных я не умею, рисовать цветы или какие-то растения тоже не умею. Я бы сама даже порисовала в такой книжке. Поэтому, я думаю, тот человек, который получит этот подарок, будет доволен. Для 2 места я выбрала вот такой творческий блокнот. Узор на кожуре банана от издательства «Миф». Для тех, кто любит такие творческие блокноты, я думаю, он будет интересен, но он достаточно тоненький, то есть он не толстый, да, там, например, как творческий блокнот «Уничтожь меня» и так далее. Внутри он яркий, странички оформлены акварельными разводами, такой вдохновляющий. Здесь даются различные задания, которые нужно будет выполнять, приведены различные цитаты художников из каких-то книг и так далее. Например, есть такое задание: закатай чувства в банке, нарисуй еще пару банок, ты сможешь полакомиться ими в холодное время года. Либо расписать свои эмоции, на что я трачу свою жизнь сегодня, завтра, на что ушел мой день. То есть какие-то такие вот задачки. Помимо этого, когда я открыла этот блокнот, я увидела вот такие вот наклейки. Я не ожидала их здесь увидеть, если честно, такой небольшой приятный бонус. Ну вот и все, по условиям и по подаркам я все рассказала. Желаю вам творческого вдохновения, успехов, удачи в этом конкурсе. Всем пока!